С вами Лилия Донскова и Михаил Булавцев. И по традиции мы снимаем наш заказ. Наконец-то мы дождались, когда мы освободились, потому что заказ нам привезли сегодня еще рано утром. И мы только-только сейчас добрались до того, чтобы снять этот видеоролик. Вы видите, что заказ огромный, но я хочу акцентировать внимание только на некоторых вещах, конечно же. Потому что многие из них вам знакомы. Ну, давайте начнем вот с этого края стола. Да, вы видите, это зубные пасты. Новинка. На последней страничке каталога всего лишь за 75 рублей. Я ее вскрываю. Сегодня будем ей чистить зубы. И новые щеточки как раз получили. Травяной сбор. Очень вкусно пахнет. Очень классно. Я ожидаю от нее, что зубки будут еще красивее и здоровее. Я рекомендую вот эти щеточки. Мне они почему понравились? Настолько удобная форма ручки, что получается, что она в управлении, вот как будто сидишь за рулем дорогого автомобиля, просто кайфово. Очень классно сделана щеточка, щетинки расположены удобно, вычищает вообще все. То есть такой получается и массаж прекрасный, и очищение супер просто. А далее, вы видите 4 набора, 1, 2, 3, 4. Это набор розовой мечты, то есть он состоит из 5 компонентов. Чтобы вам было видно, это 5 продуктов. Дезодорант, мой любимый, с серой крышечкой, который не оставляет следов на черной одежде. Это шампунь для нормальных волос, яблоко и бузина. Крем для душа, шелк и кашемир. Один тоже из моих любимых продуктов. Шикарный интимный гель, который должен быть в каждой семье обязательно. И маленькая прелесть, это смягчающее средство. Это, кстати, первый продукт, который выпустила компания Oriflame. Представляете, это легендарный продукт. Тоже рекомендую иметь его обязательно в каждой семье, даже, наверное, у каждого человека, у каждого члена семьи. Что мы делаем этой штучкой? То есть это маленькая баночка, с первого взгляда кажется малюсенькая. И она наполнена смягчающим средством с прополисом. То есть это натуральный продукт. Мы берем маленькую капельку. И можно носить на губы, если обветрился носик, да, или какие-то шелушения идут, сухость кожи, можно вокруг глаз использовать. То есть везде, где вам некомфортное состояние. Как я еще использую? Если, допустим, есть время или в транспорте еду, я достаю баночку и начинаю обрабатывать кутикулу. Смягчается кутикула, и время зря не проходит, и польза, да, и полезность. Также пяточки, у кого лопаются, сохнут, трескаются, самое лучшее средство. То есть, знаете, где можно применять? А, локти, да-да-да, Миша подсказывает, что локти, у кого работа сидячая все время, вот я, например, работаю за компьютером, и локти все время на столе, я пользуюсь каждый день. Я прям на ночь наношу это средство, даю ему впитаться и бай-бай. Рекомендую взять этот набор, он получается по очень выгодной цене. Всего лишь 449 рублей, цена каталога, страничка 7. Открывайте смело, красивый, шикарный набор, при условии, что заказ из каталога составляет по сумме 890 рублей. Далее, мне очень понравился наборчик. Я его, кстати, сегодня уже немножко опробовала, видите, да, тут следы моего творчества. Кстати, очень удобно. С одной стороны, терка, обычная терка металлическая, на которой мы трем морковку. Она сделана специально для грубой мертвой кожи пяточек. А с другой стороны, терочка, а внутри, как у матрешки, щетка и пемза. Щетка жесткая, то есть она прекрасно очистит все ногти, пальчики и на ногах, и на руках, где угодно. Но самая фишка, мне понравилась эта терка. Ребята, уж насколько я считала, что у меня холеные ножки ухоженные, потому что я пользуюсь скрабом, очень много было снято ненужной поверхности, и кожа стала еще лучше. Далее я ее прям на сухую потом отполировала вот этой пемзочкой. И, в общем-то, супер результат. Рекомендую взять тоже, это новинка, такая неваляшка. Удобно хранить, удобно использовать. Прелесть просто, настоящая прелесть. Сейчас подскажу вам, сколько стоит. 219 рублей цена каталога. На последних страничках ищите, не ошибетесь. Далее, вы видите, у нас целая батарея тушей. Я взяла 2 оттенка, тушь зеленая и синяя. Ребят, таких цветов просто не видела в природе даже. Вот просто, это такая красотень. Это ярко-васильковый цвет туши. Если вы считаете, что вам слишком будет светлый или яркий этот цвет, то я рекомендую красить только нижние реснички. Я очень часто так делаю,
Например, одеваю какую-нибудь одежду, ну, в розовых, ну, в холодных оттенках, таких летних, воздушных. Верхнюю часть ресничек я крашу черной тушью, подвожу какие-нибудь тени, там сиреневые, голубые, розовые, ну, по теме, то, что под одежду идет. А нижние реснички делаю васильковые. Взгляд получает такой распахнутый, такой светлый, сияющий и очень необычный. То есть от этого макияжа невозможно отвести глаз. И сейчас скрою зеленую тушь. Знаете, ну просто я так ждала этого продукта. Все, кстати, запечатано пленочкой. Все в пленочке. Открываем тушь. И у нее тоже очень необычный ярко-зеленый цвет. То есть если у вас макияж в шоколадных, зеленых тонах и даже фиолетовых, то можно использовать зеленую тушь. Подходит под любой цвет глаз. Если вы думаете, что там, может быть, не подойдет, ребята, подойдет однозначно. Так, что еще я вам хотела показать? Это парфюм долгожданный Excite Force от Димы Билана. Новый аромат. Просто очень понравился. Очень понравился. Заказали два клиента. Еще один мы взяли Миша. Он в другом заказе. Мы его только завтра будем получать. Поэтому еще не вскрывали. И еще что я хотела показать вам, пожалуй, так, это вы все сами посмотрите, подарок, ну, буквально это подарок, вот такой набор ложек, очень красивые, с позолотой, мы участники акций, ну, вообще мы любим участвовать в разных акциях, участвуем практически, наверное, во всех, хочу вам показать, как они выглядят, вот такая вот красивая ложка, обычная, классная, такая увесистая, с красивым рисунком таким благородным. Вот участники акции такие ложечки получают всего за 199 рублей. А мы, кстати, давно хотели обновить посуду. И в следующий комплект уже придут вилки, потом будут ножи столовые и чайные ложечки. Вот планируем собрать всю коллекцию, вам, конечно, то же самое рекомендуем сделать. Вот, ну, пожалуй, все. Остальное все вы увидите в каталоге. Я вам желаю вкусных, классных покупок. Балуйте себя, радуйте себя, наслаждайтесь жизнью и будьте самыми-самыми красивыми вместе с Oriflame. До встречи! Пока-пока!